Женя, успокойся, тебе нужно лечение. Ну, пожалуйста, Женя, ну пойми это. Папа, что нам делать с ней? Женечка. Я готова лечиться, я готова. Пошли, Женечка, пошли, Женечка. Тебе нужно лечение. Женя, ну... Папа, что мне делать, папа? На канале Шометана ты сможешь найти кучу различных прохождений по крутым играм. Assassin's Creed, Dishonored и также крутые монтажи с веселыми моментами. Поэтому заходи и подписывайся. Как делишь, креветишки? С вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт. И сегодня вместе с Жейкой и Игорем мы будем продолжать играть «Кто твой папочка» в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет. Привет, ребята, привет! Как обычно, не забываем ставить большие пальцы вверх, потому что чем больше лайков мы с вами сможем набрать, тем больше серий «Кто твой папочка» мы будем продолжать записывать вот таким составом. Ну и, конечно, вы можете подписаться на наши каналы, все ссылки будут в описании. И также пишите положительные комментарии, пишите в комментариях свои идеи для новых серий «Кто твой папочка», и также давайте наберем 5000 лайков, для того, чтобы мы оставили ссылочку в описании на эту карту, где вы сможете поиграть со своими друзьями. Приятного вам просмотра! Мне скучно! Мне скучно! Тихо! Женечка, успокойся, Женечка, ну мы сейчас пойдем погулять, ну успокойся! Женечка, почему... Папа, помоги ей успокоить! Где у меня девушка с ума сошла? Женечка! Ну, в принципе, все как обычно. Ее надо забрать в психушку, посмотри, что с ней. Папа, давай отправим ее в психушку, а то моя девушка с ума сошла, папа. Пошли. Женечка, ну успокойся. Ну, пожалуйста. Тебе нужно лечение. Не бей мирных людей! Женя! Питу взяла, слышишь, Женечка? Я не знаю, папа, я не знаю, что мне с ней делать. Женечка, успокойся. Я ее взяла, смотри. Женя! Сюда. Женя, успокойся, тебе нужно лечение. Ну, пожалуйста, Женя, ну пойми это. Папа, что нам делать с ней? Женечка. Я готова лечиться, я готова. Пошли, Женечка. Тебе нужно лечение. Женя, ну... Папа, что мне делать, папа? Психи нападают! Папа, спаси, папа! На, хедшот! Женечка, пошли. Да сколько вас тут? Спасайте! Все, еще один! А! Все, сколько тут психов в этой больнице, Женя? Пошли сюда. Будем... Пушки, как бы, все логично. Да, вот, ну... Папа, запишем Женечку на лечение. Ты согласна, Женя? Второй этаж, кабинет 228. Я понял, спасибо. Не обязательно ее было убивать, милую даму! Женечка! На лечение. Я не понял, это что такое. Да хватит, папа! Ты видишь, что она с ума сошла? Она с ума сошла! Женечка, успокойся. Женечка, да хорэ всех валить! Да не меня убивай, психа убивай! Помогите! Сколько их тут? Все. Походу, ты тут не одна такая, Женечка. Так, где тут кабинет психиатрии? Папа, мне кажется, тут или нет? Что-то как-то много крови. Психиатрия. Женечка, ты готова? Я Женя. Не хочу. Женя, тебе нужно лечиться. О, здравствуйте. Здравствуйте. Этой девушке нужно полечиться. Помогите нам, пожалуйста. Такой милаш. Воу, ты там не... Женя! Как ты смеешь, ты моя девушка? Давайте ей уже отрежем голову, я не знаю, да, что с ней делать. Давай на стол. Хирург, пожалуйста, сделайте что-то. Сделайте, я не знаю, вырежьте там мозг, который повредился. Мне конечности. Нет, я не хочу лечиться, вы помните. Да, он еще ничего не сделал, да, Женя, верни. Пап, открывай двери. Что происходит? За ней опять психи бегают. Что происходит? Женя, ну успокойся ты, психи тоже люди, только не ты. Я взорву говно! Убилась я! Папа, ты где? Роб, я теряю сознание, помогите! Женя, успокойся, пожалуйста. Женя, ты где?
Что ты там делаешь? Женя, вернись, пожалуйста. Смотрите, смотрите, кто здесь, смотрите. Кто там? Это босс. Подожди, где? Это босс. Наш босс. Бьем босса. Что за босс? Это босс психов. Папа, папа, помогай. Я застрял в его сопле. Помогите. Убивай, ну. Опа. Ой. Нифига себе, босс психов. А что с этого босса выпало? А я не знаю, с него должен... О, я что-то нашел! Смотрите, что я нашел. Что ты нашел? Я что-то нашел. Я соплю какую-то нашел. А ну, посмотри. Подожди, что такое? Сопля Феромира. А мне? Что это за элитный дроп с босса? Фера, я ее сохраню. Сохрани лучше. Лучше я сохрани. Сохрани ее в альбом воспоминаний. Да, обязательно. Женечка. А? Тебе нужно лечиться, ну почему ты убежал? Что нам с нею делать, папочка, папа? Я отправить голову и отрезать, я не знаю, давай мы... Да стой ты! Папа, догоняй, папа! Догоняю. Женя, стой! Женя! Она убегает, папа! Быстро! Бери парашют, побежали за ней! Куда она? Погодите, я обратите! Женя! Где она? Я ее не вижу! Женя! Стой ты! Они меня жутят! Папа, мы ее вылечили, папа, ура! Она вернулась! Женя, улетаем отсюда, улетаем! Улетаем без него! Папа, прощай! Улетай! Я села! Полетели! Вперед! Сейчас тут милиции полно будет! Что ты сделал с этой психушкой, Женя? Вы... Улетаем отсюда! Где мой папа? Ты убила моего папу! Я как бы тут на перилах сижу, да? Здравствуйте. Папа, спасибо, что вернулся. Нет, я как-то пересел немножко. Спасибо, что живой. Папа, что нам с ею делать? Мы ее так и не вылечили. Я хочу уйти отсюда, до свидания. Нет, дядечка, хочу еще полетать, дядечка, еще? Ладно, мне кажется, нужно подальше улететь, а то сейчас тут столько... Папу забыли, пока... Папа! Папа струсил, походу, папа струсил летать. Сейчас вам. Энечка, прыгай, мне кажется, у нас... Прыгай, давай! Два, три, прыгаем! О! Давай, приземляйся на крышу! А, если бы... Папа, лови! Папа! Руку! Я люблю! Энечка! Так, папа, ты даже без парашюта прыгнул. Как ты это сделал? Расскажи нам свой секрет, пожалуйста. Я вообще-то не одет Человек-паук. А знаете, кто у меня есть? Кто? Галил! Смотрите, там какая-то красная метка. Да, я выхожу. Прыгай! Прыгаю! Приземляемся тут! Где я приземлился? Чуть не разбились, я вас жду тут. Папа, ты где? Я падаю. Я нажимаю на рычаг. А что это такое? Зачем ты? Тебя не нажимают на все подряд! Вертолет, папа! Нет! Я выжил. Женя, ты убила своего парня. Так, ну в принципе, я как бы не удивлен, да, дорогие друзья? Я тоже, в принципе, не удивлен, да? Меня, в принципе, не вылечили, поэтому я буду психована до конца своих дней. Ой, вертик, ай. Всем большое спасибо за просмотр. Если вы хотите, чтобы Женечка вылечилась, тогда давайте соберем 5000 лайков. Да, ребята, также подписывайтесь на наши каналы, ссылочки всех будут в описании. И также, ребят, не забывайте писать ваши положительные комментарии. Также пишите в комментариях новые идеи для серии «Кто твой папочка?». Мы читаем все комментарии. Так что, ребята, дерзайте, да? Да. Всем удачи, всем пока. Всем пока. Всем пока, ребята.